Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы начинаем проходить Fallout New Vegas. Я поскипал все заставки, ну, поубирал музыку, потому что за это банят видео. Что ж, мы начинаем новое прохождение. Тут полно всяких DLC-шек. Поэтому, скорее всего, от них придется отказаться. Cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Меня зовут, ну явно не курьер. Назову-ка я тебя, пожалуй, Арнольд. А чё бы не? Арнольд. Ладно, хер с ним, как написал, так написал. Ну да, такое ждали. Welcome to Good Springs. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. Так, хорошо, давайте создадим своего персонажа. Ну, как бы... Да, мужской. Ой, что-то сенса дикая на мышке. Плохо. Латинос. Европоид. Афроамериканец. Азиат. Поскольку это все происходит в Америке... Давайте-ка создадим негра. Ну, афроамериканца, естественно. Так. Какие-то они все чаморшные такие. Ну, давайте что-то в таком духе. Возраст... Ну, такое где-то чуть-чуть постарше. Ну и теперь... Не-не-не-не-не. Это сенса. Это не я выбрал. Стрижка. Такая типичная американская стрижка. А ну-ка, что еще тут? Так. Нет. Вот. Определились. Дальше. Борода и усы. Так, ну это вообще интересно. Е-мое. Ну, вот это вот что-то такое уже получше. Ай, ё-моё. Что ж все такое конченое? Ну ладно, давайте что-то такое. В принципе, интересно выглядит. Такой вроде черный, а вроде и такая как бы. Не знаю. Ну, давайте лучше вот каштановый возьмем. Все, да. Готово. Сейчас, простите, надо настроить чувствительность мыши. Это в игре, по-моему. Нет, не здесь. Прости, док.
И так маленькая, в принципе. Stuff that matters. Должно быть получше. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Да, спасибо, что вы уведомляете меня об этом, Стив. Good. Why don't you walk down to the end of the room, over by that bigger tester machine there. Take it slow now. It ain't a race. Все? Все, я могу ходить. You're looking good so far. Отлично. Go ahead and give the bigger tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties. Давайте. Так, сила. Сила давайте-ка поубавим. Сосиска в тесте. Нормально. Холодное оружие мне, в принципе, не нужно. Потом восприятие. Ну, пускай остается на пятерке. Выносливость давайте-ка добавим. Закаленный. Или даже... Ну да, это все на выживание пойдет. Харизма. Харизму мы дадим до дипломата. Интеллект на единичку еще добавим, пускай будет одаренный. Так, ну, оружие мне пригодится, а скрытность не очень. Ну, как сказать, давайте-ка еще вкинем до метателя ножей. Хотя нет. Я лучше это 2 очка кину все в удачу. Так, ну вот как-то так. По-моему, yeah, прекрасно получилось. Standard score there, but after what you've been through, I'd say that's great news. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nutter than a big one and drop them. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? Посидеть на твоем диване, да? Ладно. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. Собака. Кошка. House. Дом. Цель. Night. Ночь. Сон. Bandit. Бандит. Не знаю. Твою мать. Колотая рана. Light. Свет. Темнота. Mother. Мать. Живой щит. Пирожки. Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Не совсем. Нет, это не так. I ain't given to relying on others for support. Верно. I'm always fixing to be the center of attention. Да. I'm slow to embrace new ideas. Не знаю. I charge in to deal with my problems head on. Верно. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. Ну, как тебе сказать? Тень, кровоточащая рана. Кровоточащая рана, okay. How about this one? Ну, не знаю, это на кораблике похоже. Вот так вот, как-то сложное, как зеркало. Прикольно. Last one. Ну, это человек с бородой. Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Так, взрывчатка, согласен, красноречие, согласен, медицина, не согласен, оружие. Да и взрывчатка мне, в принципе, не так нужна. Наука, можно в науку, конечно, вкинуть.
Но как-нибудь потом. Ну давайте-ка, я знаю, во взлом вкинем, потому что взлом мне пригодится, красноречие и оружие. Да, готово. Before I turn you loose, I need one more thing from you. Чё? I got a form for you to fill out, so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Ну да, я согласен, это все интересно. Так, хорошо. Когда уровень здоровья падает ниже 50%, вы получаете 10% к урону, но 2 единицы снижает ловкость и восприятие. Говно. Дикая пустошь самых странных безумных обитателей Америки не для слабых духом. Чё? Добрая душа. Бартер, медицина, наука, ремонт. Но красноречие минус 5. Камикадзе, клаустрофобия. Так. Используя обычное энергетическое оружие, вы стреляете на 20%. Так, не то. Используя обычное и энергетическое оружие, вы стреляете на 20% медленнее, но точнее. Ну как тебе сказать? Точнее? На 20%? Ладно, подумаем. Так. Да, вот это я согласен. И... Так, ну давайте еще технику спуска возьмем, потому что пригодится. Пускай медленнее, но точнее. Come with me, I'll see you out. Что такое? Да я сам выйду. Так. Что бы у тебя спереть-то, товарищ? Сундук пустой. Не работает. Так. Шляпа. Шляпу мы возьмем. Что еще тут у тебя есть? Так, тут можно реагенты всякие готовить. Требуется навык ремонта. Угу, значит мы вернемся сюда. Да что это такое вообще? Оставить в покое. Что-то вроде пистолет-пулемета, да? Хорошо. Давай, удачи, доктор. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on, too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style, anyway. Спасибо за помощь, док. Don't mention it. It's what I'm here for. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Режим хардкора. Айоп. Нет, спасибо. Я здесь не за сложностью. Так, ну что ж, вот такая вот получилась первая серия. Я буду заливать кусочками. Вот постараюсь заливать чем побольше. Так что увидимся в следующей. С вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.